Я надеюсь, я не верю, но надеюсь. Да, было много моментов, допустим, был момент насчет троицы, не меряется, насчет антиголовок, насчет формы, как бы носит и так далее. Но все оправдывалось тем, что это был бунтарь полицейский, который решил против системы, против всего. Он не согласился ни с чем, с таким поведением. Лучше выглядеть плохо, но с хорошим, чем выглядеть хорошо, но быть плохо.